Уже не нуждается в наградах прославленный сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица. Сегодня автор известных во всем мире фильмов «Время цыган», «Аризонская мечта» и «Андеграунд» прибыл в Иркутск. Для жителей и гостей столицы региона Кустурица вместе со своей группой даст концерт. Это уже далеко не первый визит мэтра в наш регион. В Сибири режиссер и музыкант влюблен давно и даже подумывает построить себе дом на берегу Ангары. Но это в будущем, а сегодня на сцене музыкального театра весь вечер звучит сербский фолк-рок в исполнении группы The No Smoking Orchestra. Сам Кустурица в коллективе в роли гитариста, а еще выступит в роли актера. На протяжении тура по сибирским городам за музыкантами следует съемочная группа Иркутского областного кинофонда. Впоследствии из этого материала будет смонтирован документальный фильм. В ходе пресс-конференции перед концертом Кустурица заявил, что Сибирь имеет все шансы стать оплотом русской культуры. Сейчас в мире устроится новый мир, я думаю так. Думаю, что Сибирь это часть этого нового мира, который в будущем будет больше аттрактивен, как этот мир на Западе, который люди мечтают, что они сделают карьеру там. Я думаю, что у вас все, что надо –